Лекция по Шримад-Бхагаватам. Первая песня, 10 глава, текст 7. Прочитана его божественной милостью Аче Бхактивиданты с вами Прабхупадой 22 июня 1973 года в Майпуре, Индия. Перевод. Чтобы утешить родственников и доставить удовольствие своей сестре Субхадре, Шри Хари, Господь Шри Кришна, остался в Хастинапуре на несколько месяцев. Читай также комментарий. После битвы на Курукшетре и воцарения Махараджи Юдиштхиры, Кришна должен был отправиться в Двараку, свое царство. Но, желая удовлетворить просьбу Махараджи Юдиштхиры и оказать особую милость Бишма Деве, Господь Кришна остановился в Хастинапуре, столице Пандавов. Господь решил задержаться специально для того, чтобы утешить опечаленного царя и доставить удовольствие своей сестре Субхадре. Субхадра особенно нуждалась в утешении, потому что потеряла единственного, только что женившегося сына Абхиманию. После него осталась жена Уттара, мать Махараджи Парикшита. Господь всегда готов доставить удовольствие своим преданным любыми средствами. Только его преданные могут играть роль его родственников. Господь абсолютен. Итак, мы персоналисты. Мы верим. Это даже не вопрос веры. Но в действительности высшая истина, Абсолют, есть Личность. Так утверждает Вьясадева. Брахмети, параматмети, бхагаванети сат. Таттавид. Таттавид. Those who are in knowledge of the tattva. Те, кто постигли таттву, абсолютную истину, знают, что в конечном счете абсолютная истина проявляется как личность, как вы и я. Не совсем как вы и я, но в отношении личности, индивидуальности, он подобен нам. В Библии сказано, человек создан по образу и подобию Бога, поскольку Бог — личность, поэтому мы — личности. В противном случае, как бы мы могли быть личностью? Бог — и источник всего. Поэтому Он — источник личности, индивидуальности. В противном случае, по какой причине мы — личности? Откуда у нас качество индивидуальности? Итак, главное проявление абсолютной истины — это личность. И как
у личности у него есть те же чувства, что и у нас. У нас есть чувства по отношению к нашим родственникам, братьям, сестрам, нашим друзьям, нашим врагам. То же самое есть и у него. Если вы изучите свою, себя как личность или личность своего друга, вы можете получить некое приближенное представление о Верховной Личности, потому что мы как личность зависим от Верховной Личности, Мамай Вамша. Мы лишь частички личности, так же как и искры и огонь, или капля океана и сам океан. Есть количественная разница. Капля океана или искра огня имеет те же самые качества, что и у огня или у океана. Но в количественной степени они очень-очень малы. Бог Вибху, величайший, а мы мельчайшие. Бог безгранично огромен, мы безгранично малы. В этом разница. В противном случае у него есть все то же самое, что и у нас. Например, сыну передаются качества отца. Точно так же и мы, сыновья Верховной Личности. Поэтому в малом количестве мы наделены всеми качествами Бога. Не всеми, 78%. В очень небольшом количестве. В этом наше совершенство. Если мы возродим в себе божественные качества, 78% этих качеств Бога в небольшом количестве, в этом выражается наше совершенство. Они уже есть в нас, но они покрыты материальной энергией. В противном случае у нас есть все. Итак, чувство любви присуще также и Кришне. Кришна распространяет себя. Он распространяет себя. Кришна распространяет свою энергию. Раса, вкус. Чтобы наслаждаться, он распространяет себя в разные формы. Например, Шри Сварупа Дамодар Госвами дал нам такое определение: Радхи Кришна и Шри Чайтани Махапрабху. Радха и Кришна — это Абсолют, но Радхарани является экспансией энергии наслаждения Кришны. У нас тоже есть энергия, как и у Кришны. Так говорят веды. Пара, они говорят. Абсолютная истина обладает множеством энергии, бесчисленным числом. И одна из энергий — это энергия наслаждения. Например, мы желаем наслаждения. Наслаждение — это врожденное качество души или абсолютной истины. Анандамая Бьясад. Бог и мы, будучи того же качества, по своей природе всегда радостны. Но наше счастье ограничено, когда мы находимся в материальном мире. Поэтому нам приходится бороться за счастье. Мы жаждем счастья, мы хотим воссоздать его, но осквернение материальной энергии
в виде сатвагуны, раджагуны, тамагуны препятствуют этому. Поэтому мы должны избавиться от этих препятствий. Сатвагуна. Мы должны подняться выше сатвагуны, шуда-сатва. И тогда мы возродим наше изначальное положение, исполненное счастье. В этом источник радости, в отсутствии беспокойств, в отсутствии желаний. Мы стремимся обрести объект наших желаний. И мы сокрушаемся, если мы утрачиваем что-либо. Есть две функции. Мы что-то приобретаем и что-то теряем. Например, жизнь серьезных бизнесменов состоит из двух вещей. Они либо делают прибыль, либо терпят убытки. И в конце года они подводят баланс. Остались ли они в прибыли или в убытке? Но в духовном мире нет такого, как прибыль или потеря. Там все абсолютно. Сейчас мы не понимаем этого пока. Но такова природа духовного мира. Там нет таких понятий, как потеря или приобретение. Там лишь ананда, наслаждение. Наслаждение, потому что вы ничего не теряете. Там есть ананда. И ананда амбудхи. Амбудхи значит океан. Здесь океан не растет. Если бы океан рос, то вся эта земля, которая у нас есть, ушла бы под воду. Но нет, океан не увеличивается. Мы видели, что Лос-Анджелес находится на берегу огромного Тихого океана. Однако мы ходим в 2-3 метрах от океана, и мы убеждены, что хотя Тихий океан столь огромен, могущественен, он не может прийти сюда. Мы ходим лишь в нескольких метрах от него, не боимся. Итак, все действуют, подчиняясь воле Верховного Господа океана, хотя они могущественны и огромны, тем не менее, подчиняясь воле Кришны, они не уходят из своих берегов. Солнце источает огромное количество тепла, ашеша тейджа, но оно также ограничено, оно не может излучать столько тепла, чтобы мы сгорели дотла. Солнце способно на это, как большой океан может поглотить все ваши города и деревни во мгновение ока. Точно так же Солнце мгновенно может уничтожить всю Вселенную. Оно наделено такой огромной силой, температурой. Но этого не происходит. Кала-чакра. Я думаю, ученые тоже говорят, что если Солнце сдвинется со своей орбиты на один сантиметр в ту или в другую сторону, если она отодвинется в эту сторону, то вся Вселенная замерзнет, если в другую сторону, то вся Вселенная сгорит. Я не знаю, есть ли ученые, которые так говорят, но оно не может сдвигаться в ту или в другую сторону. Самбрита Кала Чакра. Кришна выделил ему орбиту и приказал, ты должен двигаться по этой орбите, Говинда Мади Пурушам Тамахам Баджами. Итак, то же самое можно сказать про все. Что говорить про нас? Мы хотим быть независимыми, но что значит быть независимыми? Даже Солнце, Луна или море, океан, никто не независим. Как же мы можем ожидать независимости? Мы такие крошечные. Никакой независимости не может идти речи.
так называемая независимость. Мы сражаемся за независимость. Это майя. Нет никакой независимости. Когда я впервые встретил своего гуру Махараджа, на самой первой встрече он сказал: «Идите и проповедуйте в западных странах». Я был удивлен. Мы еще не были знакомы. «Вы все молодые, образованные люди», — сказал он. «Идите и проповедуйте послание Чайтанья Махапрабху». Я ответил: «Мы — зависимая нация, индийцы. Кто нас будет слушать? Никто к нам не прислушается». И тогда он объяснил эти понятия — зависимость и независимость. Это временно и не имеет смысла. На самом деле, тогда я не мог понять, что значит независимость. Мы ждали независимости. Но какую независимость мы получили? Независимость — это когда вы идете, чтобы купить 1 килограмм риса, вам нужно в очереди простоять 2 часа. Вот наша независимость. Все под контролем. Вы не можете быть свободны. И цена раньше, до независимости, цена на рис составляла 2 анны или 5 или 6 рупий за мешок. 2 анны за килограмм. А сейчас больше 2 рупий. То же самое происходит со всем остальным. Наша зависимость стала еще больше. Никакой независимости. Под именем независимости мы лишь усугубили свою зависимость. В действительности независимости не существует, но мы изобрели так называемую независимость. Никто о ней не зависим. Я думал, мы подвластное государство, подчиняемся правилам, ограничениям. Америка независима. Когда я отправился в Америку, я увидел, что они настолько зависимы. Каждого молодого человека могли призвать в армию, и никаких возражений. Вся нация зависит от прихоти военного аппарата. Полностью зависит. Так, мы зависимы. Пока мы находимся во власти майи, мы зависимы. Наше присущее нам от природы положение — это быть зависимыми, быть слугами. Итак, если мы на основании ложных заявлений считаем, что мы сейчас стали независимыми, мы не будем служить Кришне, мы станем независимыми. Я сам стану Кришной, как думают майявади. Я стану Богом, Кришной. Это еще одна форма зависимости. Вы не можете быть независимыми, это невозможно. Наше счастье в том, чтобы оставаться зависимыми. Мы этого не знаем. Вместо того, чтобы провозглашать независимость, если мы будем оставаться зависимыми, мы обретем счастье в этом, как, например, дети, женщины, шудры, собаки. Их счастье заключено в зависимости. Но искусственно, сейчас и в Индии тоже, женщины подражают западной независимости. Но в западных странах, в вашей стране, я видел, что, объявляя независимости, женщины не становятся счастливее от этого. Они несчастны. Лучше зависеть от отца, от мужа, от старших детей. В этом их счастье. Например, Кунти. Кунти была настолько великой женщиной. Она могла призвать любого полубога. Она получила это благословение от Дурвасы Муни. Когда она была еще девочкой, она служила Дурвасе Муни. Махараджа Кунти Бходжа приглашал разных святых. До сих пор эта традиция сохранилась в Индии. И однажды Дурваса Муни пришел в гости к Махараджи Кунти Бходжи.
И Кунти служила Дурвасе Муни. Он был очень доволен. И потому дал ей одно благословение. По собственной воле ты можешь призвать любого полубога. Стоит тебе пожелать, полубог появится. Кунти была еще девочкой, и она решила попробовать. Она сразу же позвала Сурью, Бога Солнца, и он появился. Сурья спросил ее: «Ты призвала меня? Получи мое благословение, получи от меня сына». Она отказывалась: «Я не замужем, я не могу». «Нет, ничего страшного. Твой сын родится у тебя из уха». Как правило, сын рождается из влагалища. Но сын Кунти родился из уха, поэтому его назвали Карной. Ее первый сын был Карна. Она была еще не замужем. Поэтому она отказалась от Карны, потому что не могла показать, что у нее есть сын. И когда Карна плыл по реке, один плотник вызволил его и воспитал. Поэтому Карну знали как сына плотника, как сына Шудры, хотя в действительности он был сыном Кунти. Итак, когда Карна был убит, Кунти заплакала. И Юдхиштхир Махарадж спросил: «Мать, почему ты плачешь?» И тогда она призналась: «Карна был моим сыном». «Ты держала в тайне такое? Мы считали Карну своим врагом, а могли бы...» Есть много таких случаев. В Махабхарате есть много разных историй, Шримад-Бхагаватам. Вы можете учиться социологии, политике, экономике, философии, религии, всему. Веда значит знание. Это ведические писания. Панчама-веда. Махабхарата — это Панчама-веда. А Шримад-Бхагаватам является сутью ведического знания. Нигама значит ведические писания. Они называются Калпатару, древами желаний. Вы можете получить любое знание из Вед. Веды значит знание. Итак, веда значит гьяна, знание. В ведах содержится любое знание, какое вы только хотите. Итак, веда, гьяна, знание предназначено для человеческого общества, не для животных. Животные не способны изучать веду. И в чем предназначение веды? Смысл веды в том, чтобы постичь Кришну. Это веда. Если вы попытаетесь понять, если вы поймете даже немного, вы не можете постичь Кришну полностью. Даже сам Кришна не может себя понять. Это невозможно. Но то, что Кришна говорит о себе в Бхагавадгите, если вы сможете понять хотя бы 1% из этого, ваша жизнь будет успешной. Таково ведическое знание. Итак, все эти родственники Кришны, Пандавы, его сестра Субхадра, Кришна Баларам Субхадра. Субхадра была сестрой Кришны. Баладев хотел отдать ее, отдать свою сестру Дурьотхане, а Кришна хотел выдать свою сестру за Арджуну. Двое братьев разошлись во мнениях. Но велением старшего брата нельзя пренебречь. Поэтому Кришна спланировал похищение своей сестры Арджуной
И Субхадру, Арджуна похитил Субхадру, переодевшись в саньяси. Только не нужно у него этому учиться. Но Кришна спланировал это. Потому что он знал, что если тот придет как Арджуна, то его узнают, ведь он его двоюродный брат. Поэтому он переоделся в саньяси, как Равана. Равана тоже похитил Ситадеви, переодевшись в саньяси. Так, в былые времена саньяси превосходно умели похищать девушек. Поэтому в Кали-югу саньяса запрещена, потому что люди не в состоянии следовать правилам и ограничениям саньясы. Но Чайтанья Махапрабху ввел эту традицию, он сам стал саньяси. Поэтому мы пытаемся следовать по его стопам. Мы принимаем саньясу. Однако мы не должны быть такими саньяси, как Равана. Нет. Мы должны стараться следовать по стопам Чайтанья Махапрабху. Он был очень строг. Ни одна женщина не могла приблизиться к нему. Им разрешалось кланяться ему издали. Шри Чайтанья Махапрабху был очень строг в отношении общения с женщиной. Даже будучи грехастхой, он был очень строг. Он не позволял себе перешучиваться с какими-либо женщинами, кроме как со своей женой. И даже в этом случае он пошутил лишь один раз. Но ни с какими другими женщинами он не делал этого, он был очень строг. По мнению Чайтаньи Махапрабху, близкое общение с Вишайей. Вишайя — это те, кто пристрастен к еде, к сну, к сексу и к защите. Их называют Вишайей. Они ничем другим не занимаются. В настоящий момент весь мир состоит из Вишайи. Но эта линия, линия сознания Кришны, настолько трансцендентна, что исключает психологию Вишайи. Мы повторяем Хари-Хари, но в действительности мы можем повторять Хари-Хари только, когда мы откажемся от Вишай. В противном случае Хари-Хари, наше повторение Хари-Хари не будет чистым. Поэтому мы должны избегать 10 видов оскорблений, Шуда-Нама. Если мы повторяем Хари Кришна Махамантру чисто, то это позволит нам подняться на уровень трансцендентной любви. В противном случае мы сможем обрести только освобождение. Мы не поднимемся до любви. И Чайтанья Махапрабху был очень строг в отношении Вишайи и Стри Санги. У Чайтанья Махапрабху спросили, каков долг вайшнава, и он в двух строчках изложил его. Асат-санга тьяга, эй вайшнавачар. Асат-санга тьяга. Порвать с общением с асат. Асат значит материалисты. Кто относится к категории асат? Асат эка стрисанги и Кришна абхакта. Это те, кто питают очень сильную привязанность к материальным наслаждениям. Их называют асад. А те, кто не являются преданными Кришны, тоже асад. Мы должны оставить общество подобных людей, тех, кто слишком привязаны к материальным вещам, и тех, кто не преданы Кришне. Если мы способны избегать общения с этими двумя категориями людей, то мы можем утвердиться в преданном служении.
Свасу значит сестра и родственники. Хотя Кришна не привязан, тем не менее, он соблюдал социальные устои. Была великая война, и все они потеряли своих родственников. Не только Кауравы все потеряли, но Пандавы тоже. Например, сыну Субхадры, Абиманию, было всего 16 лет. Его жену Уттару однажды учил Арджуна. Она была ученицей Арджуны. Арджуна учил ее искусству танца. Вирата Раджа, она была дочерью царя Вираты. Пандавы жили инкогнито, Агьятаваса. И Вирата Радж не знал, что Арджуна жил в его доме. Итак, дочь Вираты, Уттара, когда стало известно, что Арджуна — это Арджуна, Вирата попросил его: «Женись на моей дочери». Арджуна сказал: «Нет, как я могу жениться на ней? Она моя ученица. Она моя ученица. Все равно, что моя дочь. Как я могу на ней жениться?» И тогда он пообещал: «Я женю ее на своем сыне». Хотя он еще недостаточно взрослый. Абиманю был сыном Кришны, рожденным от Субхадры. И он женился на ней. Ему было всего 16 лет. К счастью, Уттара была беременной. Абиманю ушел на войну, на Курукшетру, и не вернулся с нее. И Парикшит Махарадж родился после смерти своего отца. Он не видел своего отца, не только отца, но и многих других, потому что это уже было после битвы на Курукшетре. Он был единственным выжившим потомком всей династии Куру. И Ашватама попытался убить и его с помощью брахмастры, но Кришна спас. Итак, Парикшит Махарадж родился после смерти своего отца. И о нем заботились деды. И как только ребенок подрос, все деды, пандавы, доверили царство Парикшиту Махараджу и покинули свой дом. Спасибо вам большое.